Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. Понедельник в Самарской области пасмурно, местами пройдет небольшой дождь, днем плюс 2, плюс 4, ночью 1-2 градуса с плюсом. Северный ветер, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, но без осадков, днем плюс 4, ночью плюс 1 градус, северный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, возможен дождь, днем плюс 3 градуса, ночью 2 выше 0, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурное небо и без осадков, днем плюс 3 градуса, ночью 1 выше 0. Ветер северный 4 метра в секунду, атмосферное давление повышенное, 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 52%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.